Тихо катится река за деревней, почерпнул из родника силы древней. Тихо струйным серебром разливается, словно сказочным ковром расстилается. Спит во враге тишина безмятежная, ах, Россиюшка моя, даль безбрежная. Сторона моя, сторонушка, дай не знать, о, моя была. Дай как с этой со сторонушки. Дорогие друзья, сегодня поистине знаменательное событие в истории города Томска. Исполнилось 25 лет муниципальному фольклорному театру «Разноцветье». Сердце народа, его душа, его судьба живет и отражается в песнях. Народная, светлая, былинная, она сопровождала коллектив «Разноцветье» вот уже 25 лет, четверть века. Третье поколение этого фольклорного коллектива, созданного его художественным руководителем Галиной Дробышевской, рассказывает своим землякам о красоте и самобытности народной песни, раскрывает тайны песенного искусства, учит слышать в нем все нюансы человеческой души, любить ее преданно и верно. Артисты театра рады приветствовать всех гостей, пришедших сегодня на юбилейный концерт коллектива. Слово для праздничного поздравления предоставляется заместителю губернатора Томской области Андрею Филипповичу Кнору. Добрый вечер, уважаемый наш любимый, дорогой наш коллектив. Добрый вечер, Галина Михайловна, наша уважаемая, заслуженная. Добрый вечер, уважаемые гости сегодняшнего прекрасного вечера. 25 лет назад группа творческих товарищей собралась и решила, что быть такому прекрасному творческому фольклорному театру. И сегодня, все эти годы, мы можем наблюдать прекрасные деяния этого творческого коллектива во главе этой чудной, прекрасной, талантливой нашей руководительницы, женщины Галины Михайловны Дробышевской. Дай Бог ей здоровья, счастья, сил для того, чтобы продолжать. 25 лет, казалось бы, это немного для человеческой жизни, а для творческой это достаточно уже зрелый возраст. И за это время этот прекрасный коллектив достиг очень многих регалий.
Вы, наверное, все с ними ознакомились. И они получили, стали неоднократно лауреатами, дипломантами, победителями многих российских, международных конкурсов. И действительно, не одно поколение уже выросло в этом коллективе и стало в том числе и у руководства, стало наставниками, и не только из Томска, и я, насколько знаю, из Новокускова, из многих других наших творческих, талантливых коллективов. И это действительно тот коллектив, который сегодня унаследует и привносит нас, и сохраняет те наши песенные, художественные, сценарные, наши исторические корни, сибирские корни, которых мы видим через их различные постановки, через песни и через другие художественные промыслы, которые они нам сегодня дают. Поэтому разрешите вас еще раз от имени губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина поздравить весь коллектив, Галину Михайловну и всех тех, кто все эти годы сопровождал, и они завоевали звание муниципального, и поддерживает их сегодня муниципалитет города Томск, они еще свои теплые слова об этом скажут. Мне хочется, чтобы таких коллективов было, наверное, много, и чтобы, ну, по крайней мере, я думаю, многих из нас, и я очень был рад, когда сегодня посмотрел сценарий, услышал песню. Галина Михайловна не всегда исполняет эту песню «О России» или «Душа России». Я думаю, сегодня мы эту песню услышим, и еще раз по нашему телу пойдут мурашки, и у кого-то, наверное, на глазах появятся слезы. Это действительно такое художественное, высокохудожественное произведение. Я не знаю, где берутся силы у Галины Михайловны, чтобы это с ее, так сказать, ее души это все выходило. Она действительно это не исполняет так часто, потому что это, наверное, тоже все проходит через ее душу и сердце. Дай Бог вам сил, творческих успехов, здоровья, всего вам самого-самого хорошего в вашей дальнейшей жизни. И позвольте мне вручить Галине Михайловне много наград. Позвольте вручить благодарственное письмо. Галина Михайловна. Спасибо большое, Андрей Филиппович. В январе 2008 года по инициативе городского управления культуры Томска вышло постановление мэра о придании театру фольклора статуса муниципального, что, несомненно, является признанием его высокого профессионального мастерства. Слово для поздравления предоставляется заместителю мэра города Томска по социальной политике Татьяне Владимировне Домнич. Этому коллективу далеко не первый раз собирать полные залы истинных своих поклонников, но сегодня все-таки мы пришли, чтобы поздравить вас с днем рождения, с 25-летием. И мне хочется сказать, что, к сожалению, мэра сегодня нет в городе Томске, и он взял с меня слово, что я обязательно скажу все эти добрые слова, которые он всегда говорит о разноцветии, и искренне вас любит, поэтому, во-первых, от лица мэра города Томска Ивана Григорьевича Кляйна, от лица всех томичей, позвольте поздравить вас с этим юбилеем, с 25-летием, прекрасной такой солнечной даты. 25 лет назад, я хочу вам напомнить, был 1991 год. И только человек, искренне преданный и влюбленный в искусство, мог в то время задумать создать театр народной песни. И, конечно, сегодня отдельные слова любви, благодарности, ну, искреннего восхищения руководителю этого театра Галина Михайловна, а не вам, от мэра, от всех томичей. Огромное вам спасибо, что вам хватило сил. И, наверное, только Галина Михайловна знает, чего ей стоило эти 25 лет вести театр к тем вершинам, которые он достиг. Красотой своих костюмов, своей душой дарите нам всех и учите нас любви к нашей Родине, потому что вы хранители наших традиций. Спасибо вам огромное. Знаком за вклад в развитие города награждается художественный руководитель театра «Разноцветие», заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Михайловна Дробышевская.
почетной грамотой администрации города Томска и подарочным сертификатом за высокое исполнительское мастерство и значительный вклад в развитие культуры города Томска, а также в связи с 25-летним юбилеем творческой деятельности награждается коллектив Муниципального театра фольклора «Разноцветие». Почетной грамотой администрации города Томска награждаются артисты театра Владимир Сергеевич Коростылев. Почетной грамотой награждается Ольга Дмитриевна Назаркина. Почетной грамотой награждается Инна Викторовна Солоненко. Татьяна Владимировна, спасибо большое за поздравления. Культурная жизнь у Разноцветия насыщенная. Частые концерты, фестивали, конкурсы. Ведь не один праздник в Томске. Даже Томской области не обходится без этого замечательного коллектива. Позвольте пригласить для праздничного поздравления председателя Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Елену Михайловну Шагову. Здравствуйте, друзья, коллеги, зрители, артисты. Хочется сказать большое спасибо за то, что вы храните народные традиции, за то, что вы так бережно относитесь к истории, к народным традициям, обычаям, к фольклору. Большое спасибо, Галина Михайловна, что она может собрать этот коллектив, и коллектив так долго живет и процветает. Желаю вам громких-громких аплодисментов, оваций. Желаю вам преданных зрителей. Они у вас есть, у вас полный зал, и это здорово. Желаю вам творчества, вдохновения, счастья, и чтобы вы всегда получали удовольствие от своей работы, потому что это большое счастье – приносить счастье полному залу. Успехов вам! Спасибо большое! Благодарностью Департамента по культуре и туризму Томской области за высокое исполнительское мастерство и значительный вклад в развитие Томской области награждаются артисты театра. Мария Анатольевна Долгая. Благодарностью Департамента по культуре и туризму Томской области награждается Алексей Владимирович Добробышевский. Благодарностью Департамента награждается Александр Михайлович Устюгов. Благодарностью Департамента награждается Егор Владимирович Харламов. Почетной грамотой Департамента по культуре и туризму Томской области награждаются артисты театра Марина Юрьевна Метляева. Почетной грамотой награждается Сергей Николаевич Солоненко. Спасибо, Елена Михайловна, за поздравления. Позвольте предоставить слово для поздравления депутату Думы города Томска Алексею Андреевичу Кузьмину. Дорогие друзья, рад приветствовать мною любимый коллектив. Галина Михайловна, от всей души поздравляю от всех депутатов Думы города Томска с этим юбилеем. Вот мне приятно видеть большое количество молодежи, которая постоянно пополняется, приходит. Безусловно, это ваша заслуга, потому что талант надо найти, его раскрыть. И я постоянно слежу за деятельностью вашего коллектива. Много где выступают и постоянно какие-то награды. Тем более надо понимать, что это же со всей России съезжается, из других государств. И еще лишний раз Томск, так сказать, занимает призовые места. Это мне лично очень приятно. Поэтому примите поздравления от нас. Спасибо большое за поздравления. Театр фольклора «Разноцветие» — это один большой живой организм, который идет в ногу со временем.
питается культурой наших предков, дышит творчеством, радуется каждой возможности приобщить и окунуть вас, дорогой зритель, в потрясающий мир народной песни. А еще разноцветие – это кладезь драгоценных камней, где каждый участник – своеобразная жемчужина, многогранная и неповторимая. И сегодня мы постараемся раскрыть все грани этого уникального и самобытного коллектива театра фольклора «Разноцветье». Они пришли в коллектив в разное время, с разными вокальными данными, но их привела одна мысль, одно желание – петь. Петь так, как не поет никто другой. Петь то, что мило сердцу, и быть с теми, кто думает и мыслит, как ты. Сегодня их голоса сплетены одной судьбой, одним словом и одной песней, которая стала для них смыслом жизни. В гости ко мне не лето,
она человеку как голос души. В ней можно постичь характер народа, его безмерную широту, доброту и щедрость, самородный нрав, удаль и молодецкий задор. Мужской состав – это сила и гордость театра, который объединил в себе вокалистов, гармонистов, балалаечников. И когда они выходят на сцену, молодые, статные, невольно охватывает чувство гордости, что песня народная живет, греет сердце и сильной половины коллектива. И если у каждого спросить, что для тебя театр фольклора разноцветия, они непременно ответят – жизнь. Таланты русские, откуда вы беретесь? Оттуда, где весной, припав к березе, еще не зная этому цены, пьют сок земли российской, пацаны. Thank you.
25 лет театр фольклора «Разноцветие» научил понимать все тайны песенного искусства, глубину и очарование русской народной песни более 100 фольклористов, многие из которых создали свой коллектив и сейчас передают накопленный опыт своим ученикам в Кривошеинском, Томском, Асиновском, Зырянском, Первомайском и Колпашевском районах. Но есть в нашем театре артисты, которые все 25 лет с трепетом относятся к народной культуре, преданно и самоотверженно служат разноцветию. По чистому полю,
стартовой площадкой для становления и развития коллектива стал Центр сибирского фольклора, который дал театру много замечательных исполнителей, возможность работать с прекрасными педагогами, постановки которых до сих пор в репертуаре театра. И есть уверенность, что так будет и дальше, потому что руководители театра Галина Дробышевская, Лариса Тимошенко, Алевтина Букина, Ольга Курочкина, Сергей Солоненко и другие специалисты растят коллективу достойное пополнение. А это значит, что песня будет звучать, будет жить в наших сердцах. И сегодня для вас, дорогой зритель, в память о первом балетмейстере коллектива, заслуженном работнике культуры России Елене Романовне Чупахиной, сводный коллектив первого состава и нынешних артистов театра исполнит веночек песен Томского приобья в постановке этого замечательного человека и педагога. Соловей мой, соловей мой, соловейка маленький, да соловей удаленький, соловейка маленький, да соловей удаленький. Кругом пусто заиграл, да за плечо не похватал. Кругом пусто заиграл, да за плечо не похватал. Большим удовольствием предоставляю слово первым участникам театра фольклора «Разноцветия». Добрый вечер. Да. Вы знаете,
немного больше, кто-то меньше, 10 лет назад так случилось. Стали участниками другого коллектива, ансамбля народной песни «Росы». Но сегодня, побыв на сцене вместе с ребятами, мы вернулись на 10 лет назад. И за это вам, Галина Михайловна, большое спасибо. Здоровья, счастья, творческих успехов. И так дерзать. Молодцы. Спасибо за поздравление. У артистов театра есть творческое кредо, о котором говорил сам народ. Одному не спеть, артелью лучше. Вот и театр, как певческая артель, решает главную для себя задачу, чтобы русская песня не оказалась вне формата, чтобы она оставалась живым свидетельством исторических событий разных эпох. Она формировала и формирует русский национальный характер, патриотизм, героизм, национальную стойкость. И не случайно в репертуаре есть песни, которые затрагивают самые тонкие ниточки нашей памяти, которые вызывают гордость и дают понимание того, что Родина и мы неразделимы. О России петь, что стремится в храм, по лесным горам, полевым коврам. О России петь, что весну встречать. О России петь, что тоску забыть, что любовь любить, что бессмертным быть. Там стояло три садочка.
Я серчать не стану, счастья ей желаю, счастья ей желаю. Мне пора настало, мне пора, мне пора настало, с ветром я гуляю, с ветром я. Ушел.
восток, органы чувств не для меня. Thank you.
Все артисты театра пропускают через свои поющие сердца уникальные образцы русского песенного и обрядового фольклора и дарят их современному слушателю. И чтобы заинтересовать их, коллектив ищет новые приемы и формы подачи. Экспериментирует, развивается, совершенствуется. Благодаря этому и родились замечательные музыкальные проекты. С муниципальным эстрадно-джазовым оркестром ТГУ-62 под руководством Аркадия Ратнера и Томским муниципальным русским оркестром под руководством Ольги Алешиной. Но особую ценность представляет многолетняя творческая дружба с режиссером ГТРК Юлией Ратомской, которая сняла вместе с коллективом около десятка фильмов о традиционной народной культуре сибиряков. Фрагменты этих фильмов украшают и сегодня нашу программу. Дорогие друзья, ну а сейчас следующий творческий подарок. На сцене музыканты джаз-оркестра ТГУ-62 Алексей Пиотух и Олег Качанко. Солистки театра Мария Метляева, Ольга Назаркина, Мария Долгая. Дорогие друзья, слово для праздничного поздравления предоставляется дирижеру и солисту муниципального эстрадного джазового оркестра ТГУ-62 Егору Юрьевичу Быкову.
уважаемые дамы и господа. Очень приятно присутствовать на этом юбилее, а еще приятнее сотрудничать с этим коллективом. Так как они поют, так они, как они это все пропускают через себя, это дорогого стоит. И хотелось бы в этот юбилей пожелать, как бы это ни банально выглядело, доброжелательную, отзывчивую публику, потому как аплодисменты ваши – это все для артиста. С праздником! Спасибо, Егор Юрьевич, за поздравления. Дорогие друзья, фольк и джаз на нашей сцене. Музыка Алексея Пиотуха. «Была Дуня удалая». Поздравления от коллег по творчеству продолжаются, и позвольте пригласить на сцену директора муниципального русского оркестра Ларису Бауфал и солиста оркестра Николая Васильева. С радостью хочется пожелать от нашего многочисленного оркестра, от Ольги Сергеевны Алешиной лично, поздравить наш замечательный коллектив, наш коллег. Нам всегда приятно с вами работать. И поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Вы знаете, не проходит года, чтобы мы не делали совместную программу с этим коллективом. Вот уже, наверное, 6 или 7 год мы делаем один какой-то крупный совместный проект и встречаемся потом на концертных площадках города, ну, в каких-то таких праздничных мероприятиях, которые проводятся. И всегда нам с ними работать очень легко. Они всегда нас заряжают, они нас учат. Они нас учат трепетному отношению к песне, какому-то, ну, в хорошем смысле, фанаты русской песни. Спасибо вам, Галина Михайловна, за отношение к творчеству, за отношение к работе. Галина Михайловна, здоровье. Потому что мы понимаем, насколько сила личности важна, насколько это такой стержень творческий, человеческий. Ну, мы понимаем, что здесь очень много держится на Галине Михайловне. Вот. На всех. На всех. Ну, я понимаю, коллеги, не обижайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вы со мной согласитесь.
Конечно, здоровье, конечно, новых поездок, новых проектов, неожиданных, смелых. Мы сейчас видим, что такие миксы, да, случаются неожиданные. Но, Галина Михайловна, я думаю, вы со мной согласитесь. Хочу я вам пожелать самого главного, чтобы у вас и у нас всех был дом. Галина Михайловна, вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о городском, достойном, современном дворце культуры, центре города. Я не хочу, чтобы это желать к 50-летнему юбилею. Я хочу, чтобы к 30-летнему юбилею уже такая возможность была. Спасибо. С праздником, Галина Михайловна. Спасибо за доброе пожелание. У нас, как я сказала, проекты совместные с оркестром всегда есть, и мы встречаемся и приглашаем всегда в концертные залы. Сейчас не могли обойти поздравления в лице нашего самого яркого солиста. Поздравления от русского оркестра, Томского муниципального русского оркестра. Николай Васильев, солист, исполнит «Барыню». Спасибо за поздравления. Вот такие виртуозы есть в Томске. Театр фольклора «Разноцветие» по праву считается молодежным, ведь большая часть коллектива — это девушки и юноши, которым нет еще и 30 лет. И эта неуемная энергия и жизненная сила дает театру толчок к движению вперед. Мы с удовольствием отдыхаем и проводим время вместе, обсуждаем и строим планы на будущее. И, как сказала одна из участниц коллектива Елена Ершова, мы артисты театра, и у каждого из нас в коллективе своя роль. Егор Харламов, наш юморист и актер, он может виртуозно обыграть любой номер. А Ольга Сергеевна обладает гениальным слухом и может настроить нас перед выходом на сцену без инструмента.
Мы как пазлы, которые, соединяясь, создают прекрасную картину, шедевр. Театр стал для нас чем-то большим, чем творческий коллектив. Здесь наши друзья, здесь мы обрели свое счастье, здесь сердце и здесь наша песня. Покуда она будет жить и наша великая русская культура. На сцене муниципальный фольклорный театр «Разноцветие». Балетмейстер-постановщик Лариса Тимошенко, музыкальный руководитель Сергей Солоненко, художественный руководитель Галина Дробышевская. Матерь, родная Россия, сударыня, песня, родине свадь торжество.
Богородску России. Благородству России.